Здравствуйте, дорогие подписчики, гости канала. Нашла новый фикс-прайс у себя в Балашихе, микрорайон Никольско-Архангельский. Здесь есть все вот эти вот растения в горшочках, и здесь они выглядят гораздо аккуратней, чем вчера в другом фиксе на проспекте Ленина. Но эти все равно вот видны, что они искусственные. Здесь есть вот такие вот полочки с крючками. 199 рублей. Изготовлены в Китае. Это железо и МДФ. Крепление в комплекте. Я хочу себе такую приобрести, как ключницу. Вы только посмотрите на этот порядочек на полках. В других фиксах у нас в Балашихе такое редко увидишь. Новые декоративные LED-светильники. 199 рублей. Две батареечки пальчиковые нужны. Они в комплект не входят. Цветовой поток 21 люмен. И срок службы светодиодов 6000 часов. Полипропилен, полистирол, Китай. Есть еще такая лама. И именно к этому светильнику в комплект идут вот такие вот ножки-подставки. Они сзади там прикреплены. И вот такой вот воздушный шар. Новинка в канцелярии. Набор простых карандашей 12 штук. Мягкий грифель Б. 55 рублей. Они вот в таком вот треугольном пенальчике. Это Китай. Дерево графит. В прошлом году были подобные. Только они были в других упаковочках. Эти еще и к тому же треугольной формы сами карандаши. Упаковочки тоже разные. Есть вот такие. Есть храмы и есть такие вот высотки. Новые сумочки за 199 рублей. Они вроде как из канваса. Здесь есть снаружи карманчик на кнопочке. Внутри закрывается на молнию. Есть также дополнительный карманчик внутри сумки. Есть синего цвета и материалы. Хлопок, полиэстер, нейлон, сталь. Можно носить как короткую, так и увеличить ее длину. Есть дополнительно две маленькие ручки в руках носить. И еще есть, я вижу, коричневого цвета сумка. Да, вот есть ручка. Угу. Вот она, коричневая. На мой взгляд, самая неудачная ручка вообще другого цвета. Новиночка, мочалка-варежка, полипропиленовая нить, поролон, изготовлена Балакова, 77 рублей. Такая толстенькая, двухцветная. Есть петелька для подвешивания. Расцветочки разные. Новые детские носочки от Зувей с кисками. Махровые носки, размер 9-11, 85% хлопок, 12 полиамид, 3 эластан. Изготавливают Китай, стирка при 30 градусах. И есть еще также от Зувей вот такие вот носочки с собачками. Здесь ростовочка 7-9, есть 3-5 и также разные расцветочки. Вот есть даже темно-синие для мальчиков. 50 рублей стоят носочки. Есть такие носочки. Это тоже Зувей. Разные расцветочки. И разные дизайны. Есть даже вот, не знаю, совушка, по-моему, это.
Эти новиночка, женская туника. Это 48 размер. Изготавливает Китай. 97 полиэстер, 3 эластан. Швы, в принципе, все выполнены достаточно неплохо. Туника скользкая, убегает. И расцветочек миллион. Все не покажешь при всем желании. Этот фикс нас радует вот такими вот полуботинками женскими от тульского обувного предприятия. Есть размер 38, 36. Есть вот такие 39 размера. Есть кеды. Эти именно 38. Ну, то есть как бы размерчики есть, выбор есть. Вот есть 37 размер. Они стоят 199 рублей. Огромнейший выбор сланцев и домашних тапочек. Также есть вот такие вот кроксы, фроксы, галоши. Мужские новые шлепанцы по 199. Такие тапочки очень удобные. В садах, в огородах ходить в них. Вот эти тоже очень хорошие. Единственное, что либо с мокрыми ногами в них не влезайте, стелька уезжает, либо стельку надо подклеивать. Новинка. Насос ножной велосипедный 199 рублей. Коробочка такая увесистая. Изготавливает Китай. Максимальное давление 7 ампер. Сталь, резина, полипропилен, нейлон. Вот так вот он выглядит. И в принципе внушает доверие. Новинка. Новые коробки складные. 38 на 25 на 20 сантиметров. Вот так они выглядят. 199 рублей. Нетканый материал, картон. Есть разные варианты расцветок. Вот такая вот серо-бежевая. Есть такая лилово-темно-серая. И еще есть такая вот темно-коричнево-бежевая. Достаточно плотные, хорошие. Предыдущие, вообще как бы не сравнить с предыдущими коробочками. Поэтому я думаю, эти будут неплохие. Новые расцветочки тряпок для уборки. 68 на 40 сантиметров микрофибра. Есть такие голубые, серенькие и зелененькие. Они стоят, по-моему, 50 рублей. Набор губок для сильных загрязнений. Тоже первый раз такие вижу. 7 штучек. Эффективно очищают. Черный абразивный слой помогает справиться с сильными загрязнениями. Идеально подходит для очистки гриля и барбекю. Стоят они 50 рублей. В этом фиксе открывалки синего цвета. Новиночка. Терка с контейнером. Две насадки. 199 рублей. В набор входит две насадки терки, крупная и мелкая. Это крупная, а это мелкая. И сам контейнер. Есть также еще в зеленом цвете. Вот он. Изготавливает Китай. Состав полипропилен, нержавеющая сталь и термопластичная резина. Насчет нержавеющей стали тут, конечно, вопрос. У фикса это больная тема. А в этом фиксе эти наушники по 199 рублей. Накладные есть зеленые и синие. Снова в продаже появилось увеличительное стекло с подсветкой. Я такое покупала в прошлом году и даже уже пару раз им воспользовалась. У меня зеленого цвета. Стоит 99 рублей. Необходимы две пальчиковые батарейки. Они в комплект не входят.
Отлично подходит для чтения и работы с мелкими предметами. Мне эта штучка нужна была, чтобы работать с бисером. Это Китай, полипропилен. Срок службы светодиода 10 тысяч часов. Есть еще в желтом цвете. Фонарь многофункциональный. 10 LED-лампочек, 9 плюс 1. Красный аварийный мигающий сигнал. Яркий светодиодный фонарик. И есть нож для разрезания ремня безопасности. Хорошая вещь для автомобилистов. Батареечки 2 пальчиковые, в комплект не входят. Есть аварийный молоток для стекла. В общем, конечно, интересная задумка. Это все, естественно, Китай для нас старается. Полистирол, сталь, полипропилен. Есть разных расцветочек. Синяя и желтая. Новый налобный фонарик 77 рублей. Необходимо 3 мизинчиковые батарейки. Также в комплект не входит. Китай, АБС, полипропилен, нейлон. Световой поток 130 люменов. Есть такая серая. Серый фонарик. Есть красный. И все.